Я поняла. Солнышко, ну что ты молодец, поднял. Это не, она уже выбирала его. Сразу, да? Она отсюда его подключит, ее подходит. А я на ней пишу, понятно. Скололась. А нет, гоняет. Одна. Это Жорик. Вот она, наверное, это зайцы, что у меня. Это Жорик. Два часа. Не в два. Вот они на подъеме сейчас. Ну, они его развернули. Они его развернули. Это ее заяц. Ну да, они идут этим треком. Ионным треком. У нас с ними нет голоса. Да, да, да. Вот они, видишь, ионным треком идут. Второй круг делают. И Баян так же гонял. Выгоняла сюда. За карьера выходит от него. Вот там.
Я вот вернул, пошел от нас. Пошла на тот переход, на котором все время он их наковал. Сейчас от меня отвернут. Бляшка перехватил зайца у них. На месте перехода.
если до этого перешли. Они пошли там сейчас. Где я стояла? Мы сегодня слушали гон без 5 минут 2 часа. Без от руки гонщик. Без 2 минут. Да, без 2 минут 2 часа. Гон очень яркий. Зайца не дали отдохнуть. И карьером водили везде. Говоруши, все водили. Зайц вот у меня сгоненный. Он реально вот не гнет. Вы пробовали. Давал. Ну-ка еще раз покажите. Не пойманный, ничего. Вот он не гнет. Лапы не гнутся. Не гнутся лапы. Вообще. И молочная кислота. Собачки отработали отлично. Все с чутьем, все молодцы. Голоса такие, насладились сегодня, да? Да. Такой гон, и утро, просто красота. Ну вот, мне ну, еще такой, раз поглядеть. Жалко. Лапы не гнутся совершенно. Не гнутся. Лапы не гнутся вообще. Я первый раз вижу зайца, сгоненный. Который это сгоненный. Это не пойман, это сгоненный заяц. Невозможно лапы согнуть. Видите? Это сгоненный заяц. У него молочная кислота, он каменный становится. Придет время, это сгоненный. Это Дарочка. Она тоже с говорушкой подошла первая гадость. Кто лучше гонял, она кто хуже. Сказать не могу. Не все хорошо гоняли. Все. Говоруша пришла. Да, она кричала. Да. Но это заяц сгоненный. Это не пойман. Не могу согнуть. Видел лапы? Класс. Первый заяц я вижу такого.